Ну так вот, добрый вечер. Попал сегодня я жестко на ремонт на своей красавице. Тормоза отремонтировал, зад пропал. Чего у нас там еще? Заменил масла в коробке в заднем мосту. Сказали, коробка приказывает долго жить. Так, тут цилиндрик у меня изломался, колдун выкинули. Прокачивали очень долго. Потом у меня пришли мы промыть печку. Ну, холодом задуло, что она как бы забитая. Ну, в итоге промыли, пошло тепло, и через 2 минуты у меня ее прорвало, короче. Вот сегодня меняли радиатор печки. Я просто в шоке вышел. Денег на 15 рублей съездил чисто на ремонт. И вот это, на вот это старое ржавенькое корыто просто я взял, потратил. Этот. Но зато сейчас большая проблема в машине, стало слишком жарко. Так, ну в Вологде у нас получается тут как лето. Я уезжал с них чисто минус 35, а тут не знаю, минус 10 или сколько сейчас. Вообще хожу по кайфу. Я походу... Еще севера-то объездил, так сейчас этот, получается, мне совсем температура-то не страшна. Ну ладно, видео не об этом. Вот наше новое приобретение. Прошу сильно не ругать. 80 рублей стоит она. 2003-2005, не буду брать точно год, пока еще не помню. Специально снег не чистил. На Авито нету, на Авито, если есть, у нас 150, 200 с лишним, ну, цены. Тут случайно продавался, если не ошибаюсь, вот этот агрегат. Я на фотографии увидел вот этот, и оказался один хозяин. Я позвонил случайно, говорю, не продаю, ну, УАЗик, не в курсе, чей, не продается. И получается, у нее как бы по ПТС-ке один хозяин. Это райпо, сами понимаете, там водителей-то было много. Но как ни крути, чем меня зацепило. Кабина не гнилая, у них походу соли нету. Но трещинки есть на кабине, там накрепление, но у них болезнь. То есть это мы все подварим. Вот. Самое главное, самое, что здесь есть, это рама. Рама целая, ни трещин, ни гнутая, ничего. Совершенно ничего нету. То есть номер читается. Что на кабине, что на этом. Из-за этого. Ну, мотор у нас. Так, а почему мы ничего не видим? Почему мы ничего не видим? Что-то с телефоном. Мотор 417, слабенький, конечно. Масло поменяли. До меня тут хозяин, пока я ездил торговаться, он поставил новый радиатор. Назад кинул новые трубки медные, цилиндрик там вроде поменяли, и все в этом роде. Кузов, как видите, тентованный был, тент валяется, но от снега все сломало. Это я сейчас сниму, увезу домой. То есть сейчас мы подписываем документы. Потом я приезжаю 6 января, загоняемся, все хорошо, ну, чтобы более-менее сварку доделать. И предстоит очень много с ним работы, чтобы он заездил. Колеса новые, новые колеса уже перед машиной, если честно, куплены. Сафари 510 будут на лето, на зиму, не знаю, может тоже, а может, ну, 15 резина, может еще что-нибудь придумаем. Вот, кузов будем ремонтировать. Походу денег надо будет почти столько же, сколько я за сколько куплю, укладывать. Но это для нашей деревни самая нормальная машина. Ну ладно. Вот, кто рад, так. Спасибо, что я приобрел. Тут нюансы, вылезу, снег отряхну. Потом приеду 5-го. Постараюсь поподробнее все рассказать, пока пусть стоит. Здесь немало дел с ней поделалось, клапана отрегулировались. Вот поменяю и трансмиссии масла. Ну, наверное, скорее всего, карданы сниму. Сварим жесткую сцепку. И тащу я ее, наверное, на газели. Вот сюда приварим. Вот
за клыки за эти. И, наверное, мы его тащим. Я на газельке заодно что-то тонну с небольшим железом везу. У нас сейчас 20 рублей цена в городе. И как бы у меня один бензин. Разница в цене с Нюксинцей окупает. Даже на газели есть, да, так я попутно здесь делаю. Как бы на двух машинах купить, да сразу 350 километров ехать, как бы мне бы не хотелось. Ну, пусть она там по деревне лучше 350 километров пробегать. Наверное, так, не знаю, я подумаю еще над этим. Может, наоборот, проверить, вылезет геморрой или нет. Как бы буду по ситуации. Ну все, вот, до свидания. Вот такое у нас сегодня. Ну, сегодня 30 декабря, но я очень рад. Всех с наступающим. Как бы я давно вот эту машину, если честно, хотел купить, когда выбирал, искал бортовую. Бортовой за эти деньги ничего не было. Про УАЗики тогда речи не было. Двухкабинник мне не вариант. Семья у меня уже сейчас как бы большая. Надо и семью возить. И когда что-то я выкидываю сиденье, вожу. А это в деревне дрова, металл, ну все, короче, в этом роде. Все, до свидания, всех с наступающим.